Я Корнева Тамара Ивановна, 1939 года рождения. 40 лет проработала в водоканале, это все знают, водоканальский. Мне почетную грамоту министерскую дали в Ростове. Возили меня в Ростов, показывали по телевизору, в газете печатали. А теперь я, что я должна, что я теперь должна ездить? На свои деньги эти 1000 рублей что дадут. А я болею. У меня инфаркт был. Езжу часто на уколы. Да и ходить уже тяжело. Мы свое отработали, с детства работала. Пошла 10 лет детей нянчить, а потом и прицепщицей работала. Кем я только не работала в колхозе, отдайте нам льготы, те, что были, что мы заработали их. Обращаюсь к депутатам, верните нам, пожалуйста, льготы. Мы все старенькие, все довоенные, дети войны. Это заработало. И верните нам те льготы, что были. Я их заработала честным трудом.